Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Канзаша от Наташи, и в сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем делать вот такую вот джинсовую сумочку для маленькой модницы. Итак, дорогие рукодельницы, для изготовления джинсовой сумочки для маленькой модницы нам с вами понадобится в первую очередь старые джинсы, которые мы будем использовать. Кроме того, очень важный момент, как основу мы с вами будем использовать тетрапак. Я в данном случае взяла тетрапак, самый обычный, из-под сока. Он был объемом 2 литра, но можно использовать и литровый тетрапак. Еще нам понадобится вот такой вот металлический магнитик, ножницы, ткань для внутренней стороны нашей сумочки и обязательно термопистолет. Итак, очень важный момент, да? Как мы будем с вами из нашего тетрапака делать основу для нашей сумочки. Ну, я уже верхушечку срезала, поэтому что мы сейчас сделаем, я аккуратненько уберу вот эту верхнюю некрасивую часть. Обрежем внизу. Теперь, что мы с вами делаем? Мы определяемся с размером нашей сумочки. Я считаю, что она должна быть не слишком большая, что 10 сантиметров такой вот клатч будет достаточно. Это откладываем. У нас получается вот такая вот основа для нашей сумочки. Мы возьмем вот здесь вот с одной стороны, разрежем. Разрезали. И у нас получилась вот такая вот заготовка. Теперь мы эту заготовку переносим на ткань. Итак, я вырезала верхнюю часть штанины. Вот эту вот, чтобы наша заготовочка поместилась вот таким вот образом. Теперь я возьму мыльце и с обратной стороны джинсовой ткани обведу нашу заготовку.
вот так вот у нас получается. Это лицевая сторона, вот такая симпатичная, а это изнаночная. Итак, для того, чтобы наша сумочка была красивая и внутри, и комфортная, я подготовила кусочек ткани. Вот, и мы обклеим нашу сумочку ею изнутри. Итак, я хочу, чтобы наша сумочка была с ручкой, поэтому я подготовила вот такую вот тесемку. Хотя можно использовать любую другую фурнитуру для создания ручки. Сюда можно использовать и цепочку, и вот такую вот тесьму пластиковую. Все зависит от вашей фантазии. Можно даже из джинса сделать. Поэтому я определила, что вот это у нас верх. Сумочка наша будет закрываться сюда, значит, в этом месте нам надо с вами приклеить наши ручки. Поэтому вот здесь я наношу клея обильненько. Я еще задекорирую вот здесь вот золотистой парчевой ленточкой. Итак, мы с вами сделали основу, а сейчас начнем сборку нашей сумочки. Итак, очень важный момент, надо вот здесь, вот в этом месте, где мы разрезали наш тетрапак, теперь его приклеить обратно. И я аккуратненько наношу клей. Вот у нас такая получается сумочка красивая, и осталось сделать ей низ. Мы берем ножнички,
аккуратненько разрезаем. Итак, у нас с вами получилась вот такая вот уже красивая сумочка. Вот так она выглядит внутри. Вот такая вот она с обратной стороны. И ручка у нас. Очень интересная детская сумочка. Теперь, что я предлагаю, нам осталось сделать донышко. Донышко для нашей сумки. И я взяла сумочку, поставила на оставшуюся картонку и вырезала кусочек. Вот такой вот у меня получился кусочек. И теперь я этот кусочек обклею подготовленным материалом джинса. Просто возьмем клей нанесем Вот такая вот внутри у нас получилась сумочка с таким вот донышком. У кого есть зеркало, можно сюда еще приклеить зеркало. Будет вообще замечательно. А я предлагаю с обратной стороны для удобства приклеить еще вот такой вот кармашек. Такой кармашек я вырезала из маленьких джинсов и детских джинсов. И сейчас я его приклею вот сюда. И сюда в этот кармашек можно будет положить платочек или расчесочку. А теперь мы с вами будем крепить магнит. И вот я взяла такую штучку, мы ее посерединочке вот здесь вот.
Итак, мы одели сверху нашего магнитика вот эту решеточку и вставляем в нашу сумочку. Теперь с обратной стороны еще и загибаем. Хочется вам показать, что я вот так вот их вставила. И теперь хочу загнуть. Все, мы вставили нашу кнопочку. Вот так вот, я надеюсь, вам видно. И у нас довольно аккуратненько все получается. И теперь наша сумочка закрывается на кнопочку. И вот она какая. Наша сумочка. И теперь я предлагаю украсить ее, просто взять и задекорировать, чтобы не видно было нашу кнопку. Украсить можно абсолютно любым аксессуаром. Создать канзаши цветочек, можно и кружевом, можно и создать цветочек из джинса и это, украсить им нашу сумочку. Я предлагаю украсить нашу сумочку любым цветочком канзаши. Сюда подойдет любая цветочная композиция. Можно даже просто одним кружевом украсить, и так будет красиво. Можно камешками, чем угодно. Можно сделать цветочек из джинса. Но я предлагаю сделать сочетание. То есть пускай на нашей сумочке будет элементы и кружева, и канзаши. Я предлагаю украсить любым цветочком канзаши. У меня был готовый такой цветочек со стразинкой. И я этим цветочком украшу нашу сумочку. Итак, дорогие друзья, если вам понравился мой мастер-класс, обязательно подписывайтесь на мой канал. Нас впереди ждет очень много самых разных новых мастер-классов. Обязательно оставляйте ваши комментарии и ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч! We'll be right back.